10 лет лишения свободы. Такой приговор вынес суд Карасайского района убийце эколога Нурлана Утиулиева. Напомню, по версии следствия, преступление совершил двоюродный брат погибшего Дмитрий Жабин. Мотив банальный – из-за денег. Братья вели совместный бизнес. Относительно справедливости приговора мнения родственников разделились. Вот как прокомментировал решение суда родной брат подсудимого. Обжаловать, наверное, не будет. Раз суд постановил, раз он вынес такое решение, то... Суду виднее. Государство же не зря поставило человека. Более объективен, чем я. Мама убитого Нурлана Утиулиева не верит в объективное следствие и особенно в чистосердечное признание родственника. То, что он говорил, все это обман. Он не был один. Он один не убивал. Он покрывает тех людей, которые были с ним. У родных погибшего есть свои основания для того, чтобы говорить так. Ведь Нурлан Утиулиев активно выступал против вырубки деревьев в парке поселка Тастыбулак и строительства там элитных коттеджей. По очень странному стечению обстоятельств его убили как раз в самый разгар этой гражданской кампании.